Қостанай мен Затаболдағы усадьба бақша орталықтары өз сатып алушыларын мерекелерімен құттықтайды. Және 10-нан 31 желтоқсан аралығындағы 30%-ға дейінгі жаңа жылдық жеңілдіктер жайында хабарлайды. Здравствуйте. Мы находимся в садово-огородном центре «Усадьба». И поводом для этого послужило то, что в магазин поступила новая партия семян. Так что для самых нетерпеливых дачников уже пришла пора закупать, выбирать лучшие сорта и гибриды садовых, огородных и декоративных культур. У нас уже основная часть семян поступила, основная часть товара. Вот, еще будет поступление у нас новосибирских семян, будет Сибсад фирма, будет Золотая сотка. Там уже культуры, которые более к северным регионам приспособлены. Тоже будут и семена цветов, семена овощей. Поэтому вот, ну, сейчас очень много семян, уже выбор хороший. Поэтому мы приглашаем всех покупателей, чтобы они пришли и без очереди спокойно все могли рассмотреть, все могли почитать и выбрать то, что им нравится. Ну, я смотрю, и по ценам очень большой разброс. Есть семена, будем говорить, элитные, а семена, ну, будем говорить, достаточно дорогие. Я обратил внимание на томаты. Но в то же время у вас есть и семена, будем говорить, бюджетного плана. Семена есть на любой кошелек. У нас есть дорогие семена, которые спрашивают покупатели. По спросу покупателей мы привозим. Еще спрашивают фирму-партнер, но мы не возим, потому что это очень дорого. Там за 500 тенге пачка идет, поэтому мы ее вообще не возим. Ну, пока не возим. Вот. А семена, допустим, уральская серия, ну, уральский дачник, там тоже семена дорогие, они идут, значит, по количеству, мало в пачке, но покупатели их любят, потому что они очень урожайные, и да, и как бы свою цену они оправдывают. Ну, бюджетные семена, это у нас традиционные семена на средний кошелек, и потом у нас в этом году есть семена с уценкой, которые, ну, срок годности, в принципе, подходит к концу, но схожесть хорошая, качество семян хорошее, поэтому мы их продаем как бы... У нас бабушки очень любят прийти, сами в корзинках покопаться и выбрать то, что им нравится, все почитать, посмотреть. Дешевые семена есть. Поэтому может прийти любой покупатель, выбрать себе по своему кошельку на такую сумму, на какую ему нравится. 10 декабря у нас проводится традиционно новогодняя лотерейка, новогодние скидки. То есть покупатели, которые приходят, берут себе семена, что-то еще, они вытягивают лотерейку. Это очень как празднично, по-новогоднему. Вот, и в каждой лотерейке, она беспроигрышная, стоит процент скидки от 5 до 30%. Мы делаем скидки новогодние. Укроп, петрушка, ну, пожалуй, еще и хрен. Вот небольшой набор пряных трав, который обычен на садовом участке рядового дачника. Но вы можете разнообразить ассортимент пряно-ароматических растений на своем участке, которые нетрудно вырастить в нашей климатической зоне, которые заметно обогатят вкус привычных вам блюд и к тому же не займут на участке много места. Ну а начнем мы с серии, которая предназначена для выращивания уже сейчас, зимой, на подоконнике. Об этом нам поведала Елена Ремель. Да, в этом году у нас хороший ассортимент, широкий ассортимент огород на подоконнике. То есть те дачники, которые скучают за дачей или которые уже решили заняться дачей, но время не позволяет, они могут вырастить рассаду, не только рассаду, а именно урожай, да, микроурожай и обычный урожай на подоконнике. Это различные травы: петрушка, базилик, укроп, кориандр, которые вот витаминизированные, употребляются в пищу круглый год, вы можете вырастить сами. Вот. Ну, у нас, как представленные в пачках, отдельные культуры, вот, так есть и смесь. То есть вы купили одну пачку и уже посадили, у вас вырастет сразу несколько культур в одном ящике. Вот. Также можно посадить салат. Вот салат руккола, он растет очень быстро, то есть вы посадили, и уже примерно через месяц небольшим вы можете употреблять этот салат в пищу.
Вот. И, ну, как обычно, у нас огурцы, помидоры – это круглый год, которые могут выращиваться на подоконнике. Но, конечно, при этом нужно добавочное освещение, потому что сейчас у нас день короткий. Поэтому, если вы поставите дополнительно световое, значит, дополнение какое-то, то у вас будет урожай и огурцов, и помидор, и зелени. Все это можно вырастить сейчас на подоконнике. Есть у нас петрушка на подоконник листовая. Вы садите в ящик, получаете обычную петрушку. Теперь базилик. Базилик у нас не одного сорта. У нас есть и с различными ароматами базилик. Горчица салатная. Это тоже как салат, но со вкусом горчички, поэтому немножко остренькая, немножко пряненькая. Но тоже хорошее дополнение к вашим основным блюдам. Традиционный укроп. Укроп вы можете выращивать круглый год на подоконнике. Он неприхотливый, поэтому если освещение есть дополнительное, то вырастет, в общем-то, все. Все, что можно выращивать на подоконнике. Вот. И микрозелень у нас в этом году новая такая вот для нас тенденция – это микрозелень на подоконнике. То есть вы выращиваете зелень, ну, примерно за 3 недели. Она очень маленькая, очень нежная, но очень полезная. То есть если приобрести семена сейчас, то можно к Новому году, да, маленькую зелень собственного производства, да. Причем здесь вот и кинза есть, и горчица, и базилик, которые тоже можно и блюдо украсить где-то, и просто съесть отдельно. Но сейчас немного более подробно о пряной траве, которая пока у наших дачников не получила большого распространения. Садовый майоран – теплолюбивый карликовый кустарник, родом из Малой Азии. Здесь он растет как многолетник. Сейчас выращивается по всему Средиземноморью и растет как однолетник в Центральной и Восточной Европе. Здесь это одна из важнейших приправ. Майоран обладает полусладким, полупряным цветочным ароматом, похожим на камфору. Вкус островатый, как у перца или мяты, но чуть более сладкий. Листья и стебли майорана содержат эфирное масло, содержание которого особенно повышено во время цветения. Запах майоранового масла слегка напоминает аромат кардамона, тимьяна, но более изысканный и пряный. Майоран часто путают с душицей, широко распространенной в лесной зоне средней полосы, которая в европейских странах носит название орегано. Они действительно очень похожи, потому что являются близкими родственниками. Однако у майорана по сравнению с душицей аромат не такой резкий и более изысканный. Майоран давно стал фаворитом на кухнях множества стран. Его едят в сыром виде, жарят, сушеные листья добавляют к блюдам в виде специй и ароматизатора. Французы издавна применяли его в изготовлении вин и готовили с ним паштет из зайца. Чехи с добавлением этой приправы умеют варить свиные, картофельные и грибные супы. В Италии особую популярность получил говяжий суп с рисом, а венгры знамениты капустными и грибными блюдами, приправленными майораном. В Германии смесь из майорана и тимьяна добавляют в колбасу. Отсюда второе название майорана – колбасная трава. Очень популярен майоран на Кавказе. Он входит в состав специй, хмели, сунели. С добавлением майорана можно приготовить подливки, соусы, спагетти, омлеты, пиццу. Его добавляют при консервировании огурцов, помидоров, кабачков или капусты. В качестве ароматизатора майораном пользуются при приготовлении компотов, киселей и других безалкогольных напитков. Например, если настоять уксус майораном 5-7 суток, получится отличная заливка к салатам с приятным ароматом. Чай с майораном – отличный охладительный напиток в жаркое время года. Майоран обладает очень сильным выраженным запахом, вследствие чего его нужно перемешивать только с подобными травами, имеющими сильный аромат, иначе он просто забьет их. Его можно перемешивать со специями из базилика, тимьяна, шалфея, мускатного ореха, полынью или гвоздикой. Классический рецепт приправ состоит из майорана, лавровых листьев, душистого и черного перца. Майораном заменяют соль и некоторые острые специи. Так можно поступить, например, если диета запрещает употребление соли. Майоран обладает и целым рядом целительных свойств. Это эффективное диуретическое и патагонное средство. Он хорошо анестезирует. Используется как противоспазматическое средство. Майоран проявляет бактерицидные свойства, ускоряет процессы заживления ран, обладает мощным седативным и тонизирующим свойством. Одним из его полезных свойств является способность ускорять процесс освоения пищи организмом. Эту особенность издревле знали немцы. Именно они и прозвали его колбасной травой.
Благодаря своему свойству трава идеально сочетается с высококалорийной пищей, куда входят прежде всего жирные мясные блюда. Траву майораны в лечебных целях применяют при метеоризме, при болезнях желудка, печени и почек. В лечебной практике некоторых народов майоран используют при заболеваниях дыхательных путей, бронхиальной астме, при сахарном диабете, ревматизме и бессоннице. Учитывая, что майоран – культура теплолюбивая, выращивать его на садовом участке лучше всего через рассаду. Посев производят в начале апреля. Семена у него очень мелкие, поэтому для равномерного распределения их лучше предварительно смешать с сухим просеянным песком. После чего рассадный ящик накрывают пленкой и 2-3 недели содержат при температуре плюс 22-25 градусов, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. После появления первых всходов ящик перемещают на хорошо освещенное место, а в открытый грунт растение пересаживают уже после того, как минует угроза заморозков. Лучшим местом для майорана являются хорошо освещенные ровные участки с плодородной и рыхлой почвой. Уход за растением требует регулярного рыхления почвы и полива, очищения от сорняков и подкормок. Другими словами, каких-то особых условий для выращивания майорана создавать не нужно. И в июле-августе травка зацветет. Тогда и придет пора собирать урожай. Мы продолжаем рассказ о кустанайских художниках, которые помогают нам увидеть прекрасное в, казалось бы, самых обычных вещах. Сегодня рассказ об Александре Захарченкове. В гостях у художника побывала моя коллега Евгения Артанж. Ну а я на этом с вами прощаюсь ровно на одну неделю. До свидания. Александр, а вас я впервые услышала, когда спросила, кто сделал скульптуру. Байчик, как оказалось потом. И мне сказали, что это Александр Захарченко. Но сейчас здесь я вижу, что вы не просто скульптор, вы еще и художник. Что впереди, скульптор или художник? Вообще-то и скульптор, и живописец – это оба художники. Только специализация. Все, извините. Ну, ближе, естественно, живопись. Живопись ближе вам. Да, потому что я на протяжении всех лет занимаюсь живописью, графикой. А последние годы, там, 2 года, скульптурой по заказу Акимат. Угу. То есть это уже, так сказать, побочное? Ну, как побочное. В институте учили обязательно скульптуре, потому что самый лучший рисовальщик – это скульптор. Потому что он чувствует форму руками. Александр, расскажите немножко о себе. Как начался ваш творческий путь? Я в 4 года начал рисовать. Я даже помню, что рисовал. У нас дома висел ковер. Там 3 лошади, повозка и это. Люди на повозке. И вот я все это перерисовывал. Хотя в школе получил 4 по рисованию. Я в 79-м году закончил институт. И... Институт? Какой институт? Нижний Тагильский и художественно-графический. В 79-м году, повторяюсь. А потом пошла чисто творческая деятельность. Устроился в художественный фонд Казахской ССР. Лет 20 мы там проработали. Там был чисто творческий коллектив. То есть одни художники выполняли заказы по области в основном, по городу. Это монументальная живопись, мозаики, с граффито, росписи. Вот вы работали, а потом почему-то перестали работать там, да, в этом союзе художников, правильно? Нет, художественный фонд. В художественном фонде, да. Ну, это кризис был как раз, и просто ни отопления, ничего. Всех распустили в свободное плавание? Да, в свободное плавание. Оттуда вы, получается, ушли в никуда? В никуда, да. И как вы себя нашли, как вы опять встали, скажем так, на ноги? Ну, просто писал дома и все. Дом. Для себя? Да, пишешь, потому что ты как вот музыкант, если он не позанимается там на инструменте, он теряет навыки, да? Так и художник, если он не поработает, то теряет навыки свои.
Вот здесь и в ваших картинах, я сколько вот их увидела, очень такие яркие, насыщенные краски. Мне кажется, что вы в душе, наверное, такой, ну, романтик, как вы сказали, и, может быть, даже где-то, вот я смотрю, даже с юмором у вас. Я вот вспоминаю вот этого рыбака, которого показали, вообще с рыбачка. Я бы никогда не подумала, что это рыбак. Вы мне сейчас объяснили, что это он уже устал, и я понимаю, что это с юмором, то есть рыба не ловится. У вас все-таки какое-то такое отношение к миру позитивное. Когда работаешь, ты отключаешься от мира всего. То есть его нет. Ну вот как у меня в мастерской, там, да, там тишина такая стоит, и ты сам в себе. И вот выплывают хорошие цвета, и они пошли на холст. То есть, несмотря на все, у вас всегда выплывает хорошее, да? Да. Затмевает все плохое, все что. Да, так должно быть у людей, что плохое должно забываться, а хорошее всплывать всегда. Ну, не все художники. Не у всех, да. Все художники по-разному. Кто-то говорит наоборот. Ну, если помнить только плохое или смотреть, если вот плохая погода, значит, настроение плохое, ну, тогда и работы будут такие же. Но получается, ваша задача, вот вы как художник несете... Ну, радость. Себе вы хотите радости подарить, да, людям, да? Ну, потому что пришли на выставку не заморачиваться там, чтобы не голова болела. А вышел с выставки, вспоминались цвета, там, пейзажи или там фигурные композиции. С улыбкой вышел. Чтобы настроение радостно повысить, на душе было. Можно ли побывать у вас в гостях, в вашей мастерской? Я знаю, что для многих художников это такое немножко запретное место, куда не всех можно пустить. Я, в принципе, не против. Посмотрите кухню, так сказать, художника. Я так понимаю, что это и есть ваше рабочее место. Я всегда, Александр, честно сказать, представляла, что если художники рисуют вот такие картины, то у них должны быть огромные мастерские. По идее, да. Но так как за неимением таких мастерских хотя бы вот однокомнатная квартира. Я здесь нахожусь всегда один, потому что творчество – это интимный процесс. При нем не должен никто присутствовать. Ты находишься один на один с холстом, с ним разговариваешь, его создаешь. Александр, вы рисуете в разных техниках. Я заметила, здесь и масло, и карандаш, и, по-моему, пастель, если я не ошибаюсь. Да, я во всех техниках работаю. В принципе, я их все люблю. Что графику, что живопись. Я вступил в Союз художников как график. Институт закончил, дипломную работу писал по живописи. Занимаюсь также и скульптурой. То есть вы такой разносторонний художник. Ну, чему учили 5 лет. В общем, овладел, в принципе, всем. Масло – это благодарный материал? Да, благодарный, потому что он, ну, минимум 100 лет. Это минимум просто. Если по технологии все делаешь, то есть грунт хороший. Лучше делать самому, конечно, нежели покупать фирменные холсты. Сам точно исполняешь все технологии, всю технологию изготовления, грунтовки, все это. Потом, когда начинаешь писать, подмалевок, просушка, потом опять письмо идет. Это все происходит прямо здесь? Да. И просушка, и все. Это нужны какие-то определенные условия, например, для просушки? Да. Или нет, температура 18-20 градусов. Достаточно, да, вот это? Просто время. Сколько? Поэтому делаешь сразу не один холст, а несколько холстов. Я сейчас пишу несколько холстов, то есть один пописал, отставил, следующий. И вот они у меня сохнут также по времени от первого до последнего холста. Как вы оказались среди, так сказать, художников, которые облагораживали наш город? Как это случилось? Из Акимата пригласили. То есть это была не ваша больше инициатива, а инициатива Акимата? Да, Акимат. И как вы отреагировали? Как? Ну а что? Я очень положительно отреагировал, потому что живопись не все смотрят, да? Не все, многие не знают даже где. Где находится картина галерея, да. А скульптура на улице. Вольно, невольно, но... Искусство народу.
Хотя бы таким образом, да, приобщить наших людей к искусству. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. Как вы выбирали или тему для скульптур городских именно? Ну, делал эскизы. Но вы сами выбирали, кого вы будете? Что вот вы будете байчика? Или это как вам пришло? Нет, это пришло просто. Сидел, думал, рисовал. Здесь только немножко с юмором он такой, такая скульптура. Ну, я считаю, что философию в парковую скульптуру вводить, это... Не стоит. Не стоит. Даже глуповато было бы, если бы там философскую вещь какую-то сделать. Народ бы стоял, не просто любовался, а думал, стоял. И люди приходят в парк отдыхать. Поэтому, ну, юмор должен присутствовать там. И он такой кругленький, такой покушал, такой животик у него он положил там, и отдыхает так. А медведь тогда? А медведь там движение такое есть лапами. То есть он как будто дирижирует там. И голова вверх, морда, вернее, задрана вверх. И типа сейчас спою, сейчас точно спою. Художник должен не только там философские, допустим, вещи показывать, и лирические вещи, там, и юмористические. Ну, чтобы всесторонне, то есть зритель получал все эмоции. Вы считаете себя счастливым художником, состоявшимся с хорошей такой творческой судьбой? В принципе, да. Но хотелось бы лучше. Спонсор программы «Садовые центры «Усадьба» в Кустанае и Затобольске» поздравляют своих покупателей с праздниками и сообщают о новогодних скидках до 30% с 10 по 31 декабря.